самолет это не игрушки. Соблюдайте правила личной безопасности. Прям неожиданно хорошо. Обычно суходол менее полноводен. Суходол, кто бы мог подумать, да? Зима теплая, снега нет. Только снег уберите, пожалуйста. Прям вмерзло в камни. Такая сказочка. С праздником! Все тут так, на любителя. Доброе утро, речка Суходол, все отлично. Ну, попробую сейчас, вот я в Новонежино, попробую проехать в сторону Романовки. Ну тут морозы давят нормально, тут и двадцаточка, вот сейчас с утра где-то 18 точно есть. Как бы замерзает нормально, вот тут и не глубоко. Даже где-то если в пустоту провалюсь, то ничего страшного. Ну а так сами смотрите, классно. О, вообще живопись. Тут парит, видимо, и замерзает вот так. Класс. Да, тут, конечно. О, классно. Такая сказочка. Резко выглянуло солнце. Нет, тут нормально. В этом месте вот катается на коньках здесь. Ха-ха-ха, нифига, класс. В принципе, даже на машинах проезжает. Вот это класс, нифига. А так присмотреться, там рыба. Она прям, она не может проскочить сквозь лед. И вот так вот забивается. Как минимум интересно. Разгоняться не стоит, потому что пустоты бывают. Можно передним колесом провалиться так, что мало не покажется, перелетишь потом. Городище я туда залазил вот наверх недавно. Видео не будет, просто так ездил. Опа! Чего я раньше здесь не катался? Ну вообще обычно зимой-то снег лежит здесь. Вот поворот, вон поворот. Я, конечно, извиняюсь, что никого не позвал, потому что я ожидал тут вообще худшего. Реально, перекаты, переходы, переносы везде. А тут... Ну, вот такое вот место, где русло, видимо, шло вообще в другом месте. Просто проломило сквозь лес вот так вот. Так и быть, включу камеру. Такие места тоже есть. И вот так по протоке. Надеюсь, что не сильно отклоняюсь от основного русла. А где-то и вот так вот. Такое вообще месиво. Ну, на коньках тут кто-то катался. Пара человек, все точно. Туда же без цивилизации. Тут самое близкое место к трассе. 53-й километр. Обычно здесь вообще мало воды. Прям мало. Но не сейчас. Тут десяточку. Потому что по морю-то ладно, там снег сдувает. А вот на речках, если снег ложится, то уже слоями там вообще капец. Только на футбайке, и то с трудом, наверное. Ага, пустота. Только провалишься передним колесом. Как долбанешься. Места не прям шикарно. Можно разгоняться даже. Без опаски. Красиво, конечно. Как в сказочном лесу. Катаюсь я зимой с 2005 года. Ледовый обхил, но это писец. С моей шиповкой. Пожалуй, не стоит. Опа! Вот так вот. Шикарно, просто шикарно. Вода большая, это плюс. Ладно, опускаем камеру. Такой козырек. Не будем ломать красоту. Прям вмерзло в камни. Нереально тут давит морозы. Фу! Зима, елки-палки. Ребята, оказывается, зима, снег есть. Его не может не быть. Красоты, просто красоты. Посидеть. Лавочка хорошая. Хорошо. Как без костра-то. И снег, и лед тебе. Все прелести жизни. Скамейки, велопарковки.
электричка где-то 19:30. Мне еще закататься, еще до моря доеду. Даже если где-то не успею, я всегда могу слиться на Ванеже на переночевать. Так что не проблема. Фонарь есть. Красота какая. Это хорошо. В сентябре ломился сюда. Здесь такое течение было, вообще жесть просто. Здравствуйте. С праздником. Это классика, ребята, блин. Не ожидал я от суходола такой прыти. Давненько я в этих местах по льду не ходил, не ездил. Не ездил-то вообще ни разу. Вот ходил, да, в 96-м году где-то. Даже с камерой у меня где-то кадры сохранились. 96-го года по льду я вот здесь вот ходил. Ходили мы с пацанами. Классно. Надо поискать. Будем. Аккуратно. Сантиметра 3, наверное. Вот так уже тяжко ехать сразу. Сейчас собаку заваю. Хорошо идем, что сказать. Скоро море, скоро в море. О, как классно, прозрачно, а? С праздником! Лечиться. Бухта Суходол в этом году, на нее лучше не ступать. Припай вот. 50 метров начинается, все. Дальше просто шуга, которую 4 дня назад еще не было вообще. Ну, то есть, понимаете, опасно. Зато есть такие велодорожки. Да, вон вода, вот припай, вот припай. Дальше все. Труба. Год на год не приходится. Такая вот история. Фу! Это просто класс. Вот такие блинчики тут плавают. Все живет и царствует. Фазанчики. Классно, да, вот это вот? Природа как изгаляется с блинами. Блинообразный лед, блинчатый. Так, надеюсь, у меня оторвется. По идее, камни скрепляют его. И главное, ветра нет сегодня. А завтра будет 15 метров в секунду северный. Я бы сказал, огнище просто. Как я по речке прогнал. Мне еще предстоит по одной речке ехать под названием Лобога. Часик тут провел. Хорошо. Даже не знаю, в этом году вообще замерзнет здесь, не замерзнет, пусть. Замерзало, но отрывало потом. Зима теплая. Снега нет. Короче, в этом году не судьба. Но зато по речкам очень классно. Как будто осень, да? Так, ну вот, если я ничего не путаю, это Лобога уже. Налево. Только снег уберите, пожалуйста. Что за дела? Не, ну ехать терпимо, нормально. Никуда не тороплюсь. Такая вот тут картинка. Сейчас. А мост-то неплохой, по сути. Нигде ничего не сыпется даже. Сколько дров. Пилить, не перепилить. Тут что-то нехорошо как-то в этом году.
Вода какая-то здесь уже. Вот такого бы льда побольше. Красивого. Лисица пробежала только что. Вот здесь сейчас следы посмотрю свежие. А вот ее следы. Только что наступало. Это больше желания мне сюда в этом году ехать не было. Опа, 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 опа. Тут просто ты не проедешь. Там, в принципе, вот кладбище, от него уже дорога идет, грунтовочка в Смолянку. По железке я не хочу тарабаниться. Спасибо, что посмотрели это видео. Зима продолжается, катаем. Я очень люблю ролики Дениса. Обязательно смотрите Денискины рассказы в нашей следующей передаче. Соединяюсь к Алексею. В холода, в холода, от насиженных мест нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода.